Всем привет, дорогие друзья и подписчики. И как вы знаете, я говорил в предыдущем видеоролике, то что мы отправляемся в Омск передавать щенка Конора, ротвейлера, в руки хозяев. Вот. Нас еще ждет долгая дорога, 300 километров, примерно 4 часа будем ехать еще. Сейчас у нас утро, 7 часов утра, уже маленько посветлело, более-менее видно. И мы отправляемся в путь. Я все уже подготовил вчера. И переноску, и игрушки, и ветпаспорт. Все положил в машину. В общем-то, подготовил все личные вещи щенка Конора. Вот. Сейчас его туда переместим. Переносочку, пеленочку на низ постелю. И попрем 300 километров еще. Я думаю, будет видео интересно, так что обязательно досмотрите видео до конца. Будет передача щенка Конора в руки хозяев. Так что обязательно досмотрите видео до конца. Хочу вам пожелать приятного просмотра. Погнали! Как-то так у нас выглядит сзади переносочка. Вот смотрите, как внутри. Постелил пеленочку. Игрушки тут лежат. Вот. Так что сейчас будем Конора перемещать и поедем уже. Так довольно-таки удобно, что сзади. Оп, переноску открыл. Открывается дверка, засунул его туда, закрыл. И едем аккуратненько, потихонечку, не торопясь. Сейчас пойду Конора сюда принесу, покажу, как он уже будет тут сидеть. Все, Конора переместил уже в переноску. Он себя чувствует нормально в ней, что я его приучил к ней. Спокойно, в принципе, себя ведет. Да, Конор? 300 километров нет, правда, еще, но ничего. Игрушки там у него есть. Поэтому все должно быть нормально. Да, Конор, мой малый. Мой хороший парень. Ну все, все. Большой пацан уже стал. Поэтому не плачь даже. Парень большой, уже четвертый. Скоро 4 месяца. Поедем. Отправляемся в путь. Так, мы остановились по той причине, потому что Конор обкакался. Вот, сейчас убирался, там опять свежую чистую пеленку постелил. Накакал он очень много. Конруха маленько заморался, вон у него бок в какашках, но я маленько его вытер. Конор, ну бывает такое, что бывает. Да, Конор? Вот так вот. Мирана его покусала, прикинь. Напоследок. Ух, все ему растрепало, смотри. Угу. Вообще, я не видел. Ты, видимо, ночью сегодня покусала она его. Смотри, прям прокусанное ухо. Мирана дает, конечно. Бедного Конора искусала. Ну все, мы дальше едем. То время идет. По трассе едем. Машины катаются. Погнали. Thank you.
не знаю, как вы ее потащить. Тяжеленная вообще. Конор. Так, пока. Конор, привет, малыш. Конор. Ну. Мирана его кацанула напоследок. Ну, ухо он прокусил прямо. Ничего сладенький. Ничего страшного, скажи. Пацанов срамы украшают, да? Ну какой вообще. Ну Бутузина, конечно, конкретно. Ну чё ты? Пойдёшь к маме? Пойдём, на руках тебя донесу. Я-то там всё приготовила ему, да? И дали и эту тряпочку дали, чтобы ему лапки вытирать. А не знаю, может, вы помоете его прям тут? Потому что он пахнет всё, сейчас то, что покакал. Всё сделаем. Он, видимо, пописил и покакал, потому что шерсть сзади мокрая. Как-то я убрал всё сейчас. Ну что? Эй! Да все, он суперзвезда, ну суперзвезда. Че, Леш, прям так забираем, не будем вытаскивать? Да мне кажется, не надо, лучше так его. Ну, а там? Ой, смотри, какие лапищи. Да скрывай, скажи, быстрее мне. Там столько вкусняшек я тебе купила. Сейчас кушать будет. Че, вам помочь, наверное, донести его? Потому что тяжело. Вдвоем возьмем. У него подшерстки есть, потому что там, ну, помещение я не топил в последнее время, потому что тепло было. Вот видите. Вычешем это все. Это все бытовые мелочи, скажи, да? Скажи, это такие. Не, когда живет в квартире собака, у него нет подшерстка. То есть ну, тоньше. Он будет в квартире, в доме. Дом, квартира. На два дома. Там. И участок есть, где побегать. Это хорошо, когда участок погонять есть. Погонять дурака. Тон. Нет. Слушай, ну он забавный такой все. Ну а так в дороге нормально? Нормально, только ну что-то слюни текли, наверное, что жарко. Он, наверное, пить хочет просто. И пить хочет, и сейчас, жарко. Сейчас я ему налью и воды. И помню. Может, слюни сильно текли у него. Вкусно? Тебе понравилось? Мирана вообще покусала его, да напоследок прям. Ничего страшного. Он, главное, лезет к ней и кусает ее. Она его тоже кусает. Смотрим видео. Все смотрела про него каждый день. Ну, ох, козы, вот это вкусноту дали, да? Еще бы хотел. Еще бы хотел. Конор. Ой, грязная обувь. Смотри, смотри. Ты голодный. Ну, я вчера его только кормил, потому что в дорогу лучше не кормить, а вообще собак. Ты голодный? Ну, сейчас вон консервы я тебе такие вкусные купила. Сейчас давай мы тебя покормим. Все нормально будет, когда... Ой, звезда. Никак не отходит. Конечно, он привязался за столько времени. Не хочу я оставаться, да? Не хочу я на Камчатку. Оставьте меня в Сибири. Да, у него классный окрас. Кажется, на видео кажется, что он светлый. Ага. А так вот, посмотрите, какой он темный. Поэтому он и теряет. Надо ему сейчас эти морскую капусту будет звать у нас морскую капусту. Тут буду черномазый. А других не видели, не присылали других? Присылают постоянно. И как они там растут? Нормально так же. На кого похоже? Он один вот такой выделяется, да? Да, да, кстати. Слушайте, а маленькие были все на одну рожу. Угу. Вот ничем не... Я даже, не видя ленточку, путала все время их с Арчи. Угу. Они одинаковые примерно. Они одинаковые были, угу. Да. Вот пересматривала потом сколько кадров. Прям одинаковые. Угу. Так, ну все, я вам ветпаспорт отдал, да? Он да, лежит все, тут. Сейчас я это там все запишу, ага, угу. И фотографию. Фотографию ставьте, да, себя. Клею, все сделаю. Угу. Да, уже завтра поедем. Договорились с машиной, угу. Чтобы нас довезли до железнодорожного вокзала. Там на поезде. А там часов 7-8, по-моему. Угу. И уже в Новосибирск. Там самолетом. Ну, конечно, тяжеловато перелет вот этот.
такой муторный. Еще летим. А сколько летели? Ну, считайте, вот 7 часов до Новосибирска, потом час с небольшим до Омска. А мы же все летим, у нас-то ночь наступает, это у вас день. И мы какие-то чумные все вот эти сутки вообще. А 6 часов разница, да, получается с нами? Ну, с Омском, да, получается 6 часов. Угу. У нас вечер уже. Угу. Понятно. Конор. У вас тоже недавно день рождения, да, было? 16-го. Ну, я просто потом, вы скинули мне паспорт, я смотрю. У меня 19-го он был. О, смотри, Денис. Вон этот. Да ладно, это что? Я говорю, шерсть это линяет. Конор, иди сюда. Все, обнюхи меня. Ну, надо познакомиться, конечно, скажи, как же. Ладно, пойду я тогда. Вы пишите, пересылайте видео, фотографии. Обязательно. Ну, вы только не грустите. А то там прям такие плачевные эти комментарии. Все нормально, все доедем спокойно, все будет у него хорошо. Это да. Счастливой дороги вам. Спасибо. Пишите вам большое. Обязательно. Теряться не будем в любом случае. Ладно. На связи. Всего вам счастливо добраться. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Вот так вот. Мы с Конором расстались. Так вот в лифте хоть покатаюсь. А то у нас в Таре нету лифтов. Такое ощущение, тянет. Первый этаж. О. А вот она. Оказывается, надо было нажать ресепшн, выход. Туда нажал. Что, деревня, так сказать, да? Деревенский пацан. Ничего не знаю. Нулевой этаж. Все. Все, отдали мы Конора, как вы поняли. Поедем сейчас домой уже. Да, жалко, конечно, им расставаться. Но ничего не поделать, к сожалению. Люди будут о нем заботиться, а это самое главное. Для меня, для Мираны, я думаю, для вас тоже. Будут видео, фотографии присылать, так что ждите, как Конор растет. Буду выкладывать для вас видеоролики. Вот я уже подошел к машине. Все, уже переноски нету, как вы можете заметить. Вот так вот. Мы расстались с Конором. Надеюсь, вам это видео понравилось. И вы, конечно же, поставите большой палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Здесь еще будет много видеороликов про собак. И также подписывайтесь на наш второй канал. Тоже будет видео с поездки в Омск. Называется Лев Лайф. Ссылочка будет в описании. Ладно, спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи и всем пока. Тебе кайфово. Ой, мне кайфово. Я наелся, я намылся. И все, я лежу, балдею. Мне кайфово. Мой сладкий. Ты сладкий. Мой сладкий. Конор.